Всем привет! Снова на канале Сундук Геймера. И мы продолжаем играть в Real Steel. Так что пока загружаемся. Сегодня играю не на толчке, а просто во время перекура. Посмотрим, что там у нас выходит из этого всего. Сделаем звучок потише. Ну давай. Загружайся. Ладно, в следующий раз видео буду, когда уже зайду сюда в меню, тогда и будем включать запись. Ну а так пока так, что это у нас? Набор карт героя. Во, бесплатное вращение. Давай в нем. Так, так. И... Ничего не понял. Кто-нибудь что-нибудь понял? Я лично нифига не понял. Так, ладно. По идее, это мне дали этих роботов. Возвращайте в счастливые способности каждые 4 часа, чтобы получить бесплатный спин. Спин мне дали бесплатный, а дальше? Так. Ну. И... Преобразование карт. Кого преобразовывать? Роботов нет. Ничего нет. Во. Обнови способность. А. Нет способности. Тебе нужны карты. Еще 17 для обновления способности робота до уровня 2. Что у нас карты способности? Так, два раза вверх или вниз, и будет робот уклоняться от ударов всяких. Так, ага. Понятно. Я вас понял. Так. Этот ролик будет не сильно длинный, сейчас пару боев и на этом закончим, потому что времени нет. Так, бой. Давайте продолжим карьеру. Так, давайте второго выиграем. Фатбой. Толстяк. Это просто громадный кусок сала, но при этом хороший боксер. Будь осторожнее, у него есть фирменный удар. Если он вырубит тебя, тебя можно будет звать размазнёй. Так. Особенность. Супер тяжелое шасси. Фирменное движение пир живота. Ну, сейчас посмотрим. Тю, я забыл посмотреть. Каким роботом я играю? По идее, акваботом. А, блюбот. Аквабот посильнее, и он у меня, по-моему, 3-го уровня. Нет, сейчас будет один бой, и потом что-то
по менюшке пробежимся и буду на этом заканчивать. Так. Блюбот. Угу. Этого робота мне предлагали взять в самом начале, но я отказался. Поэтому так. Встреч. Дважды коснитесь вверх для уклона влево. Дважды вниз для уклона вправо. Шкала уклоненности показывает, сколько уклонений у тебя осталось. Она пополнится со временем. Понятно. Давай, пока у нас не за того самого. Давайте. Пока давай 100%. На 90. Давай, уклоняйся. И удар. Тут тоже уклоняется. На. Эй! Промазал. Ну ничего, зато завалили его. Ну, сейчас быстренько пробежимся по менюшке и будем заканчивать. Надо бежать по делам. Коротенькие 10-минутные видосики будем создавать. Так, 2600 серебришка. Черт побери, я потерял деньги на этом бою. Тебе снова повезло, малыш. Сам ты малыш. Для превращения твоего робота в звездного робота требуются карты. У меня нет карт, да? А, есть. Вот это. Купить. Пусть устанавливается за минуту. Так, сколько у меня денег? 5997. А что не пишет? Где это? Как называется? Мощь. Давайте мощь. Так. И энергию. Да. Давайте. Всего по одной. И осталось 300 и 6 золотых монеток. Ну, в принципе, вот это посмотрим. Отодвинься. Так, собрать награды, итого у меня 11 уже монеток. Так, я понял уже. Закомплитили. Это тоже. Все. Шкала у нас повысилась. Ну, в принципе, на этом, я думаю, все, ребят. Буду заканчивать. В следующем видео будет. В следующем видео продолжим избивать Биовара.
А на этом пока все. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. Пока.